Вот мы находимся сегодня 3 августа 2016 года, среда, на пруду, лагерный пруд. Завтра приходит бульдозер, его привезли, но не поехали, там один сломался, отправить обратно платформу. Заплатили за подвоз 21 тысячу рублей. И вот сейчас по новой, чтобы он сюда зашел, надо размонтировать то, что сделали. Вот видите, какие посадки, все привелись, вот они, видно, что с листиками стоят. Вот, куда ни поверни листья, все это надо выдергивать сейчас. Потому что надо поднимать плотину. Видишь, он как Никита раскачивает. В воду только их погрузите сразу. Не ломайте только, аккуратненько. Видите, здесь загородили сеткой, коровы не заходили. И теперь надо все заново размонтировать. А когда будет сделано, вот должна быть здесь сейчас насыпь, подход. Вот оттуда брать будет глину. Вон там видно срез какой идет бугра. Вот сейчас... Так, а трогать нет? Я не знаю. Ну, не трогай. Надо будет, уберешь тогда. Это вот, конечно, убрать надо. Теперь, значит, тот столб посередке один только столб убрать. Ну, остальное как будет. Не знаю, угловой-то как он. О, хорошо сидит. Вот сколько работы. Сидит хорошо. Видишь, плотно сидит. Ну, вот так. Сейчас только звонила с Алтапресс тут одна женщина, и тоже с Богом, и вас, говорит, молитва спасает только, да. Потому что со всего мира звонят, поздравляют, а что поздравлять-то? Мы каждый день живем, яко с нами Бог, разумеете, языцы. Мы работаем. И трактор сегодня вез платформа, вот это из-под шпалы, платформа, и застрял он. Застрял километра за 3,5 от Потеряевки. И я туда ездил. Надо было вызвать там СК-150 трактор. Вытаскивали, и все заснял. Будет снято, показано. И вот он едет уже, когда его сняли, он сошел с платформы. Дороги-то развилки разные. И куда он поедет? Не знаю. Я перед ним еду на велосипеде. Туда-сюда съездил. Ну, опять машина сломалась, дорога еще. Туда-сюда, туда-сюда. 4 рейса в этот конец сделал. Второй, это уже не до конца, поближе. Там Никита работает. Видите, как интересно это все. Ну, теперь что тут? Отрывать надо будет, сетку отвязывать. Братья этим занимаются. Это рабица. От ковещек, от коров, все это сделано было серьезно так. И заново все убирать надо. И никак, по-другому. Никак. Почему здесь оказалась выше плотина, чем тот конец. И надо, значит, выровнять. А это очень высоко. Вот я могу даже где-то здесь спуститься и показать. Вот как оно огорожено было от скотины, от своей, чтобы... Тут высота метров 7 плотина. Ну а с той стороны там заилилось, вот там может быть метра 3 вместе с верхом плотины. Ну, в воде 1,5 метра, да и выше, наверное, так же. Вот эти ветлины садили, ветла, видите, везде дали они ростки. Не знаю, видно, не видно. Вот, но это может быть он не затронет. А там другой край, нож у него не пройдет. Кажется, 3,70. Это вот камыш. Видите, какой камыш. Вот он хороший камыш. Вот. А дальше вот туда он серый. Это он со старым. А вот это место в прошлом году Володя Пащенко выкосил на шалаш. Вот. Не знаю, видно, не видно. Вот сколько работы было проделано. Просто огромная работа. А всего ничего трое. Сейчас где-то Виталий Калиников. Там вот еще дом приобрели. Сейчас отмостку делают. По пола нету сгнивший, полностью сгнивший. Сейчас выписывают самый первый сорт, четверка, сороковка. Да дорогое все, не подойдешь, ну ничего больше не сделать. Никак, или не делать, или делать. Потом, значит, был, может кто-то приедет, построгать надо, лаги устанавливать. Вот так. Видишь, хорошо, что он сегодня поехал, нет. Вот сейчас при нем бы мы не успели делать это.
А сейчас совершенно спокойно все это можно сделать. Так, покажу, где это наш пруд. Вот он, где пруд наш. Это зеркало. Тут крещение идет. Я не знаю, видно, не видно, там храм наш. Я плохо вижу, да еще руки трясутся. Тут, ну, съемщик-то никакой. Ребята работают, я пока терпят меня тут. Эта плотина заросла с прошлого года так. Вот он один раз проедет, и дальше будет видно, как. Сможет, нет, он середину забить. Ну, у него два бульдозериста. Вот этот старый, говорит, ас своего дела. Я говорю, ну вот его и давай. Он уже посмотрит. Все. Никита, видите, Никита старается. По славу Божию. А с этой стороны Володя отвязывает рабицу. Вот как я стоял наверху сейчас с корреспондентом с одним с редакции, беседовал, наверное, минут 15, не меньше. Я больше 2 минут-то не говорю. Это вредно. Ну все, во славу Божию.